Для органов прокуратуры Российской Федерации борьба с нелегальной миграцией является одним из приоритетных направлений деятельности. И обусловлено это в том числе и той опасностью, которую может представлять для государства это явление. Сложность адаптации мигрантов к новым условиям, зачастую бытовая неустроенность, незнание языка или традиций создают условия к совершению ими преступлений. А нарушение прав мигрантов только усугубляет эту ситуацию. Вот ослаблять данную работу нельзя. Это программа «Прокурор в теме», а говорим мы сегодня о противодействии незаконной миграции на территории города Самара. Гость студии – заместитель прокурора города Юрий Юрьевич Сапрунов. Приветствую вас. Ну что же, мы не случайно сегодня взяли эту тему для разговора. Я так полагаю, что она актуальна в настоящее время. Так ли это, Юрий Юрьевич? Ну, совершенно верно. Эта тема, она всегда была острая, и она касается не только города Самары, но и других городов и регионов Российской Федерации. Мы сегодня наблюдаем огромнейший поток иностранных граждан, и здесь Самара не исключение, потому что, ну, этот регион экономически выгоден для них, потому что можно и туда устроиться, и работать, и обеспечивать свою семью. И заработать. Семью. И заработать, совершенно верно, да. Ну хорошо, я хочу вас спросить о том, что вот в период пандемии все-таки ситуация была другая, да? Все-таки было меньше зарегистрировано мигрантов на территории нашего города. Сейчас ситуация стабилизировалась. Вот сейчас обстановка какая, если все-таки сравнивать с 2-3-летней давностью? Ну, если анализировать ситуацию с прошлым годом, действительно были ограничения по въезду. На сегодняшний день у нас въехало и зарегистрировалось на территории Самарской области свыше 130 тысяч иностранных граждан. Это много, мало? Если сравнивать с прошлым годом, это было в районе 85 тысяч. Угу. То есть на 50% рост увеличился. Для понимания, в городе Самара зарегистрированы свыше 40 тысяч человек. Да. То есть 40 зарегистрировано, а въехало 150, и где еще 90? Нет, вопрос... 130 тысяч, свыше 130 тысяч зарегистрировано по всей Самарской области. А, по всей Самарской на области. Город Самару, на город Самару. Самару пришлось, получается, 35% от общего числа. Угу. Так, вы хотите сказать, что все въезжающие мигранты, они обязаны зарегистрироваться по закону, либо все-таки закон нарушается и приезжие не регистрируются? Вот давайте здесь об этом поподробнее. Здесь несколько ситуаций может быть. Есть иностранные граждане, которые приезжают, которые регистрируются, становятся на учет и занимаются, и находятся на территории Самарской области, города Самары, абсолютно легально. Есть те, которые приезжают сюда, фиктивно ставят себя на учет, нарушая тем самым законодательство, и находятся уже на территории города Самары нелегально. А вот сейчас у меня здесь сразу вопрос. Что значит фиктивно ставить себя? Ну что, они это делают самостоятельно? Это же ведь процедура проходит в регистрирующих органах. Эта процедура проходит в регистрирующих органах, но есть, скажем так, несознательные граждане, которые идут на поводу, навстречу у мигрантов, которые к ним обращаются с просьбой для, ну, если попроще говорить, для прописки. Угу. Соответственно, они предоставляют документы. По их документам иностранного гражданина регистрируют по месту жительства либо по месту пребывания, но при этом фактически жилое помещение этому иностранному гражданину не предоставляется, что в свою очередь влечет уже уголовную ответственность в отношении принимающей стороны. Угу. Ну, то есть гражданин, проще говоря, да, прописывая у себя, но не предоставляя жилье этому мигранту, нарушает закон он в первую очередь, либо тот, кто нелегально прописался. Вот давайте здесь обозначим все точки над «и». Здесь и та сторона находится по той стороне закона, скажем так. Потому что один, приезжая, регистрируется, но не проживает, таким образом скрываясь от правоохранительных органов и от их контроля, который они обязаны осуществлять. А другая сторона, принимая, но не предоставляя жилое помещение, этому способствует. Но уголовная ответственность у нас предусмотрена все-таки принимающей стороны. То есть здесь даже вы говорите об уголовной ответственности, даже не об административной. То есть здесь все действительно здесь речь идет очень об уголовной серьезно. Ответственности и практика, которая сложилась на территории Самарской области, в том числе города Самары, говорит о том, что
статья, которая предусматривает уголовную ответственность за данное деяние, она работает. Скажите мне, пожалуйста, Юрий Юрьевич, а почему вообще все вот это происходит? Почему так развивается ситуация? Ну, может быть, условия недостаточны или они сложно выполнимые для мигрантов? Почему люди, приезжая в другую страну, а едут они к нам сюда, но все-таки с благой целью заработать, почему вот это вот все происходит? Почему так развивается ситуация? Объясните, пожалуйста. Ну, я думаю, что в первую очередь это все зависит от самих иностранных граждан, которые приезжают. Мы же не в полной мере можем узнать о том, кто они, да, какой образ жизни они ведут. Просто... То есть не все преследуют такую благую цель, да? Как я говорю, в розовых очках сижу. Кто-то, может быть, просто не понимает и боится трудностей, поэтому уходит от этого. Для кого-то, может быть, кому-то, может быть, отказывают в регистрации те же самые граждане в предоставлении жилой площади. Ситуации бывают абсолютно разные. Здесь нужно каждому индивидуально подходить. Но, тем не менее, наличие нелегальных каналов поставки мигрантов на территорию города Самары имеет место быть, но есть, и вот мы с этим как раз-таки и боремся. Угу. Ну вот тогда переходим к вопросу, что делать для устранения этих проблем и какова роль прокуратуры в данном вопросе? Ну, роль прокуратуры, она как бы оценивается, я думаю, в комплексе со всеми другими правоохранительными органами, органами местного самоуправления. Безусловно, это и координирующая роль, и мы вырабатываем общие меры и способы решения возникающих проблем. Здесь что нужно отметить? Вот в любом случае мы говорим о лицах, которые приезжают из других государств. То есть это иностранные граждане, которые приезжают на территорию города Самары, на территорию Самарской области. У них своя культура, у них свои традиции, они привыкли к своему быту, у них свой нрав. И, соответственно, нам сейчас здесь, вот в этой ситуации, совместно и с правоохранительной системой, с правоохранительным блоком, и с органами местного самоуправления, необходимо выработать, разработать комплекс мер, которые бы способствовали и поддержке иностранных граждан в их деятельности, и защита их прав в социальной сфере, и противодействие преступлениям, совершаемым ими и в отношении них. Вот это все в комплексе, я думаю, что в определенной мере поможет решить эту проблему нелегальной миграции. Угу. Но вот все-таки правильно ли, что преступления именно данной категории выделены особым блоком в уголовном законодательстве? Ну, эти статьи, действительно, они находятся в отдельной главе уголовного закона. Это преступление против порядка управления. Очень согласен со статьей, согласен, что ее ввели абсолютно все правильно. Очень помогает выявлению вот именно нелегальных каналов поставки мигрантов, которыми занимаются организованные преступные группы. Потому что если мы говорим о таких статьях, как фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, ведь у нас... Это довольно распространенное преступление. Каждый десятый состав от общего числа зарегистрированных преступлений – это преступление по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. То есть если в общем за 8 месяцев 2022 года в Самаре зарегистрировано порядка 15 тысяч преступлений, ну, 14 890, если быть точным, да, то 1500 из них – это преступления, связанные с незаконной миграцией. Это каждый десятый состав. Выявлять его очень просто. Это обычные резиновые квартиры, когда сегодняшними информационно-коммуникационными технологиями, сегодняшними миграционными центрами, которые работают, довольно легко определить, сколько лиц зарегистрировано в квартире. Последнее уголовное дело, утверждали обвинительный акт, человек зарегистрировал 520 иностранных граждан. 520 человек. На территории одной жилплощади? На территории трех квартир. Ну и это, конечно, колоссально огромная цифра. Но подождите, опять же, возвращаясь к этому вопросу, что регистрация осуществляется в МВД, в специальном учреждении, в миграционном отделе. То есть, приходя к специалисту, прописывая 300-го человека, грубо говоря, на одной жилплощади,
Почему специалисты допускают вот Здесь, может быть, специалисты сразу не видят эту регистрацию, а с другой стороны, человек хочет зарегистрировать у себя иностранного гражданина. Кто ему может этому воспрепятствовать? Тут же дело не в законности регистрации, а в законности в фактическом предоставлении. Здесь же речь идет о контроле за этим иностранным гражданином. И от того, что он его зарегистрировал, здесь нарушения уголовного закона либо какого-то административного законодательства, наверное, скорее всего, нет. Так. Суть в том, что он обязан предоставить это жилое помещение для проживания. И вот если он регистрирует, но отказывается предоставлять, вот здесь уже идет состав уголовно наказуемого деяния. А то, что он зарегистрировал, бывают случаи, когда гражданин регистрирует, предоставляет, но иностранный гражданин умышленно, зная, что он будет под контролем, отказывается проживать по этому месту жительства. А в чем заключается вот именно этот контроль? За контроль за нахождением иностранного гражданина на территории Российской Федерации, его трудоустройство. То есть он обязан быть зарегистрирован, он обязан работать на территории, да, соответственно, платить налоги и так далее и тому подобное. А вот от этих всех процедур, как правило, мигранты уклоняются. Скажите, пожалуйста, что грозит, я спрошу про суровое наказание вот за данное деяние, и, может быть, стоит озвучить уже какие-то, может быть, промежуточные, не годовые результаты именно этой работы касаемо наказания незаконных мигрантов? Ну, как правило, все вот фиктивные постановки на учет, скажем так, регистрации по месту пребывания, они же связаны с финансовой стороной. То есть все это осуществляется за плату. Есть определенные установленные суммы, за которые берут собственники квартир. Вот, соответственно, само по себе наказание за преступление, оно относится к категории преступлений небольшой тяжести. То есть там, если говорить о лишении свободы, срок до 3 лет лишения свободы. Но в основном, на моей практике, суды назначают наказание больше по финансовой части. То есть они назначают штрафы. Штрафы, да? Да. Штрафы, которые очень сложно выплачивать, они более сильнее бьют по... И оказывают более профилактическое действие, нежели лишение свободы. Да. Потому что лицо, которое осуждено впервые за преступление небольшой тяжести к лишению свободы, не может быть назначено ему. А вот штраф оплачивать... Действенная мера, да? Но вот каков все-таки настоящий момент уровень данной преступности на территории города? Вы озвучили цифру, но, может быть, приведете пример каких-то вот последних резонансных дел, показательных примеров, чтобы, возможно, нас слушают, да, сейчас те люди, которые, может быть, возможно, думают о том, чтобы приступить закон. Вот расскажите о таких делах, чтобы неповадно было, как говорится. Ну, я говорил уже вам о том, что введение в действие вот этой статьи по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина способствовало выявлению нескольких организованных преступных групп. Вот в этом году мной было утверждено обвинительное заключение, дело в суд направлено, в отношении 5 фигурантов, где 5 человек организовали преступную группу и путем подделывания трудовых документов, путем фиктивной постановки на учет организовали нелегальный канал поставки мигрантов, которые здесь находились на территории города незаконно. Если я не ошибаюсь, свыше 200 иностранных граждан воспользовались, скажем так, услугой этой организованной группы. Это и граждане Армении, это и Кыргызстан, и Казахстан, Узбекистан. Вот. Сейчас в производстве, естественно, части находится уголовное дело в отношении 6 фигурантов. Там тоже организовали преступную группу, наладили нелегальный канал, занимались организацией фиктивных браков. Даже подделывали справки по беременности, чтобы ускорить процесс регистрации браков. Вот. Также фиктивная постановка на учет была, но дело пока еще в производстве, пока расследуется. Ну, то есть пока вы не можете сказать, да, какое наказание грозит вот за те преступления, которые вы сейчас озвучили. Ну, то есть дело эти в процессе преступления, они более тяжкие. Угу. Они более тяжкие, там наказание связано с лишением свободы.
то, о чем я вам говорил ранее, это преступление большой тяжести. А вот организация преступной уже группы, это ОПГ, уже более тяжкий состав, и там наказание уже связано с лишением свободы. Скажите, пожалуйста, Юрий Юрьевич, тут все-таки значимость этой проблемы, и как вы считаете, нужно ослаблять работу вот в данном направлении? Вы знаете, я уже говорил вам о том, что это очень большая, это очень острая проблема, и не только для Самары. Ведь от благополучия, для благополучия жителей города Самары, Самарской области, очень важно и благополучие иностранных граждан. Соответственно, и нам, как сотрудникам прокуратуры, и правоохранительным органам, и органам местного самоуправления, и органам государственной власти, необходимо принимать, продолжать принимать комплекс конкретных мер для того, чтобы поддерживать иностранных граждан, для того, чтобы противодействовать преступлениям, которые совершают они, противодействовать преступлениям, которые совершаются в отношении них, обеспечить им, обеспечить соблюдение их прав. Ведь зачастую приезжает группа иностранных граждан на территорию города Самары. Приезжают нелегально, приезжают легально. Но в любом случае они со своей культурой, со своими нравами, обычаями, традициями, они сталкиваются с определенными проблемами. Они же сюда приезжают не просто так, а, видимо, из-за финансовых трудностей. Здесь они сталкиваются с такими же финансовыми трудностями. Здесь они сталкиваются с такими же бытовыми проблемами, только на территории чужого государства. Если дома не стены помогают, то здесь... Незнание языка, слабая адаптация может привести к тому, что они станут на путь совершения преступлений, правонарушений. И вот это вот нельзя допускать. Нужно принять максимум мер для того, чтобы адаптировать их в наше российское общество, чтобы они полностью интегрировались. Ну вот, если вы заговорили о преступлениях, у меня логичный вопрос к вам. Часто ли совершают преступления иностранные граждане? И наоборот, вы говорили, что и в отношении их совершают преступления. Ну вот какие это преступления? Обрисуйте, пожалуйста. У нас в 2022 году, значит, количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, выросло на 4%. Но это порядка... 343 преступления, в том году было 324. Вот. Что касается преступлений, совершенных иностранными гражданами, их не так много, их 93 всего. То есть, точнее, в отношении иностранных граждан. Да, в отношении иностранных граждан их 93. Но тут тоже есть тоже небольшой рост, есть, но он незначительный. Если говорить о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, то здесь 70% это преступления, связанные с незаконным оборотом запрещенных веществ, скажем так. Это 66%, если быть точными, где-то порядка 250 преступлений. Дальше идут преступления у нас, связанные с преступления против собственности. Это грабежи, мошенничество, кража. И 6 преступлений против личности. Одно из них убийство было. Причем иностранный гражданин на бытовой почве убил своего же иностранного гражданина, то есть своего же земляка. Хочется отметить тенденцию по снижению преступлений против половой неприкосновенности, в том числе в отношении несовершеннолетних. То есть у нас их в этом году ноль, в том году было 6. То есть здесь снижение идет. Если говорить о преступлениях, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, то здесь... нет ни одного преступления, которое было бы связано с гражданством иностранным, с гражданством мигранта. То есть все преступления обычные, общеуголовной направленности, мошенничество, кражи, грабежи, ничего более. Юрий Юрьевич, ну нельзя ли пресекать вот такое опасное поведение иностранных граждан все-таки до совершения ими преступлений? Какие-то механизмы у государства, я уверена, имеются. Расскажите о них. Вот об этом я и говорил вам, для чего нужен этот контроль, который осуществляют иммиграционные службы. У нас только подразделением, миграционным подразделением отдела полиции по городу Самаре, управлением, проведено в 2022 году 280 проверок самих иностранных граждан, способ регистрации, законность нахождения на территории Российской Федерации.
Порядка 50 проверок проведено в отношении граждан Российской Федерации, которые поставили на, ставят на учет. В отношении должностных лиц, то, о чем мы с вами говорили, по поводу при постановке на учет соблюдения всех этих правил. Насколько мне известно, порядка 185 представлений на запрет въезда на территорию Российской Федерации. Тоже действенная мера вынесена отделом полиции. Ну, никто не исключает принятие мер в части выдворения. Ну что ж, в заключение нашего с вами сегодняшнего разговора я предоставляю вам заключительное слово. О чем нужно помнить и знать мигрантам в первую очередь, ну и, конечно, тем лицам, которые собираются зарегистрировать на своей жилплощади много мигрантов, знать и помнить, чтобы не нарушать закон. Действительно, вот сегодняшняя тема, она очень актуальна, и, как я уже сказал, она очень остра. Я хочу обратиться к гражданам, которые планируют, может быть, или которым поступает предложение о том, что их действия незаконны, о том, что это носит, может повлечь уголовную ответственность, довольно серьезную уголовную ответственность, и не только связано с фиктивной постановкой, но и, возможно, и с организацией этой работы. Так же, как и в отношении иностранных граждан, которые идут на это. Я хочу сказать, что прокуратура и правоохранительная система в целом, и органы местного самоуправления настроены на оказание помощи, на принятие мер к адаптации, для того, чтобы интегрировать иностранных граждан в российское общество. Это на самом деле, наверное, сложно. Вот. Но для этого мы должны знать этих граждан. А если гражданин иностранный приезжает нелегально, становится на учет фиктивно, и потом у него возникают проблемы, о которых мы, в принципе, знать не можем. Мы и помочь не сможем. Да. Поэтому в данном случае идти законным путем намного удобнее и выгоднее на самом деле. Ну что же, спасибо вам большое за интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Ну а гостем программы был заместитель прокурора города Юрий Сапрунов. Всего хорошего. До свидания.